пока в Стамбуле собирались вот эти вот страны турецких, тюркских государств, когда Эрдоган торжественно заявлял о том, что турецкий мир это теперь, так сказать, новая реальность, и никто не сможет его отвергать, очередное обострение в Карабахе. Там опять стрельба. Азербайджанские военные несколько дней назад расстреляли там совершенно мирных людей армян, карабахцев. После этого приехал армянин, бросил гранату в азербайджанский военный пост. Его, правда, азербайджанцам не отдали, российские миротворцы, уже хорошо. Но дело-то не в этом. Дело в том, что там находится 3500 российских десантников. Я повторяю, в качестве заложников, с непонятными целями. А год назад военный союзник России, официальный военный союзник России, потерпел военное поражение. Он был разгромлен, он был унижен. И если кто-то считает, что на этом азербайджано-армянская война закончилась, нет, вы ошибаетесь, она не закончилась. И Баку, и Анкара вслух говорят каждый день о том, что их целью является создание полноценного защищенного транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью. Это анклав. За счет кого? За счет армян. Поэтому, когда вдруг некоторые начинают говорить, да что там, армяне на самом деле нелояльные, там сильна русофобия, они не любят Россию, а им за что любить Россию? За то, что Россия их бросила? За то, что у России нет никакой политики? За то, что у России нет никаких понятных целей? За то, что сам факт называния страны союзником России не значит ничего? Да бог с ней странами. Пророссийская, прорусская позиция – дает ли какие-нибудь бенефиты человеку, который живет, работает, занимается политикой, бизнесом, ну, например, в Казахстане? Да упаси бог, его посадят. А в Узбекистане? Да бог, вы что? Закатают в асфальт. А на Украине до 2014 года это давало какие-то дополнительные ресурсы? Давайте похохочем вместе. Поэтому 2008 год у нас там типа единственным союзником, единственной альтернативной силой укрнацистскому режиму является Медведчук. Это даже не смешно. Но это на самом деле никогда не было смешным. Вот что происходит. И теперь посмотрите на то, чем занимается Турция. Турция — это альтернатива. Еще одна альтернатива России, которая появилась 10 лет назад, 15 лет назад. Является ли Турция, турецкий мир, цивилизационной альтернативой России? Конечно, вы не поверите. То, что Россия содержит Таджикистан и Киргизию, и Узбекистан, не дает России никаких возможностей. Оно никак не укрепляет ее политику. Оно никак, оно не является частью вообще никакой политики, потому что политики нет. Ну, задайте вопрос там какому-нибудь чиновнику из МИДа или не из МИДа. Зачем мы поддерживаем гигантскую миграцию из Таджикистана и фактически содержим эту территорию? Он вам скажет, ну, потому что если мы не будем поддерживать, потому что там к власти придут исламисты, и вот эти исламисты, они попадут в Россию. Почему они должны попасть в Россию? Они же из Афганистана не попадают в Россию. Вот они также не попадали бы из Таджикистана. Закрой границу, и все. Какие проблемы-то? А еще какие цели есть? А никаких. Российская военная база, так китайцы там две базы строят. А вот у Турции цели есть. Турки строят турецкий мир. А русского мира не существует. И русская весна в Крыму
была тут же переименована в «Крымскую весну», потому что слово «русский» — это синоним слова «фашизм». И у преступности нет национальности, как вы знаете. Вот такая вот история приключилась. С продолжением. Будем за ней следить, конечно же. Но не вредно и всем прочим про это узнать. Значит, создана официально организация тюркских государств. Тот самый турецкий мир. Вот это вот название, вот этот термин «турецкий мир» отныне является официальным, общепризнанным. Он является фактом мировой политики. Но бог с ней, с мировой политикой. Допустим, граждан какой-нибудь Боливии или Бразилии, вот сам факт возникновения организации тюркских государств никак не занимает. Плевать они хотели на организацию тюркских государств. Но вот нас, граждан России, этот факт не занимать не может. Хотя бы по той простой причине, что на территории Российской Федерации живет несколько миллионов граждан, которые этнически относятся вот к этой группе тюрки. Сейчас туда кто вошел? Ну, туда, естественно, вошел Азербайджан на правах младшего партнера. И, в общем, те видео и те фотографии, которые я посмотрел, это, конечно, фантастика. Это, в общем, какой-то журнал «Турция сегодня» и сладостное выражение лица Алиева рядом с Эрдоганом, конечно, в общем, вызывает, как бы сказать, пытаюсь подобрать политкорректный термин, а не могу. Восхищение, вот так вот давайте скажем, восхищение вызывает. Но там приняли участие, например, Таджикистан. Можете себе представить? Таджикистан, который находится весь целиком на содержании Российской Федерации, я подчеркиваю, на содержании государственного бюджета Российской Федерации, тоже вошел вот в этот самый, в эту самую организацию тюркских государств. Киргизия туда вошла, которая тоже находится на 100% на содержании России. Она тоже вошла в Совет тюркских государств. Ну, там, конечно, есть еще Казахстан, там есть еще Узбекистан. Наблюдателем принимает участие Венгрия, ну, поскольку они вот свою историю ведут от каких-то там доисторических венгров, которые пришли из степей Центральной Азии. Это мы сейчас думаем, что венгры европейцы, а оказывается нет, они не европейцы. Вот такая странная структура возникла. А как-то отреагировала на это Российская Федерация? Ну как, благожелательно, мы же страны-партнеры с Турцией. Нет, то, что Турция поставляет Байрактары Украине, с которой мы фактически восьмой год ведем войну, это не имеет значения. Никакого. То, что у нас с Турцией периодически возникают в том числе военные столкновения с применением разных видов оружия на территории Сирии, ну, это нормально. Нет, я понимаю, империализм – дело такое. Бывает и искрит. Но Сирия – это вот меня слабо волнует. А то, что произошло в Закавказье год назад, меня в силу самых разных причин волнует гораздо больше.